С 5 августа артистка находится в столичной клинике с черепно-мозговой травмой после ДТП, произошедшего на подмосковном шоссе. Восстановлению артистки мешает неадекватный поклонник, угрожающий ей убийством. Как сообщает источник, из-за всего происходящего у артистки случился нервный срыв. Несмотря на это, Лада Дэнс все же старается держаться и даже грозит обидчику наказанием. И все же теперь к звездной пациентке приставили охрану. «Выйду и со всеми хейтерами разберусь», — поделилась по этому поводу 56-летняя исполнительница с представителями прессы. За певицу заступились также ее представители. Они делают все, чтобы позаботиться о ее душевном комфорте. Голова будет отвинчена у любого, кто попытается подойти не с цветами. «Открутим все части тела, независимо от гендера», — отметили они. Напомним, в данное время Лада проходит восстановление после автомобильной аварии, произошедшей 10 дней назад. Ей уже провели несколько операций, также медики составили индивидуальную программу реабилитации. А буквально на днях в сеть попали снимки Дэнс из частного медучреждения. Директор певицы Сергей Пудовкин возмущен людьми, слившими данные фото журналистам. Когда подсматривают, это не очень приятно. Мы, конечно, не хотели публиковать эти фотографии, а сделать официальный комментарий от певицы, но сейчас нет возможности это осуществить с точки зрения ее здоровья. Я надеюсь, в ближайшее время будет видео и непосредственно комментарий Лады. Очень важно, чтобы она успокоилась и сказала, что на самом деле происходит. А подсматривать в замочную скважину – это достаточно типичная ситуация, когда звезда попадает в сложную ситуацию и беззащитна. Негодовал он. Сама Лада уже выходила на связь с поклонниками и просила их не верить слухам о ее состоянии.